Уже весь Ванкувер на ушах, что «Орел и Решка» снимается в городе. Ты что, ты хочешь против меня? И ты... Как мы снимали Ванкувер, лучший город Земли? Гримеры! Гримеры на площадку для ведущей! Что? Что? У тебя ничего нет? В Ванкувере к нам присоединился новый участник кругосветки. По стечению обстоятельств вместо Леси Никитюк ведущим стал Петя Романов. Можешь? Лондон, Дубай, Гонконг, Гонконг, Гонконг. Можем! Регина! У нее нет карданного. Можем! Вообще там ничего. Она такая... Можем! У нее только руль и так скрип. Меня авторитет топчешь. Можем! Тихо! Не обязательно. Можем! У меня уже сгорел левый бок. А левый у меня, между прочим, рабочий. Можем! Сегодня у нас много нового. У нас новый ведущий и новый командующий. Можем! Новый ведущий, как маленький ребенок. Его нужно всему учить с нуля. Для начала Петю пришлось приодеть. Вот это мне нравится, вот это совсем другое дело. Затем мы учили Петю обращаться с техникой. Вода там есть? Ой, да, есть. И она уже умерла. Утопили петличку. Уже вторая. Так, все, теперь «Орел и Решка» немая. Немой выпуск. И говорить на камеру. Да, химерокалис оранжевый. Смотрим камеру, ребята, еще раз. Джакузи размером со сетра. Здравствуйте, я чуть-чуть поправлю. Не шатайся и смотри в камеру. Давайте еще раз. Самая увлекательная рыбалка на сетра за всю историю «Орла и Решки». Ведущему не наливать перед съемкой. Они же местные, они же по-канадски общаются. Что? А как по-канадски? Как? Нет, вот этот дурак меня понял. О, смотри. Я жил в сумасшедшем совершенно номере. С видом на море. Вообще, что я вообще сказал? Последним испытанием для Пети стала рыбалка на осетра. Помогите! На животику, на животику. Вот, вот так вот, да! Давай! Давай, turn his head up this way. Ну что? Петя! С почином тебя! О! «Орел и Решка» — это круто! Наша команда исколесила полмира, и нас уже трудно чем-то удивить. Но, глядя на Петю, мы поняли, что у нас просто сломалась удивлялка. Вот медведь! Смотрите! Привет! Ты еще и халатик повесили! Блин, офигеть! А люди на монетки бросают. Тюльпанчики, такие приятные на ощупь. Очень круто. Смотрите, какой тотем. Очень классно. Пока все носились с новым ведущим, бывалая Регина с группой пыталась подружиться с ванкуверскими наркоманами. Я всегда перед такими съемками волнуюсь. Но сейчас нет, это же Ванкувер. Здесь в Ванкувере все спокойно. Да? Встретили ребят без каравая, но спасибо, хоть не убили. Кроме появления нового ведущего, в Ванкувере произошло еще одно знаменательное событие. Встреча двух съемочных групп. «Орел и Решка» и «Орел и Решка Шоппинг». Ребята, привет!
Мы не виделись год! Жека, иди сюда! Вот такой яркий на впечатление у нас выдался Ванкувер. Пока, Ванкувер! Привет, Сакраменто!